Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, к мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, а кто и огороду рад. Где зеленеет травка, а где еще снежок лежит, и воздух так весной манит, природа снова обещает любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны, прекрасное творение, и соловьем запеть готов, в очарование погрузиться и жизнью милой насладиться. 25 апреля, день Василия, назван в честь преподобного отца Василия Исповедника, епископа Парийского. Парий – это был город Малой Азии. Василий в нем был епископом. При возникновении иконоборческой ереси преподобный Василий продолжал придерживаться правильной веры, избегая всякого общения с еретиками и не дозволял им действовать в своей епархии. Также он не согласился, несмотря на все принуждения, подписать письменного постановления об уничтожении икон. В народе этот день прозвали парильщиком из-за погоды. Как говорили в народе, солнце парит в этот день, и земля сегодня запаривается, словно человек в бане. Святому Василию молились для избавления от болезней и для придания сил и мужества в сложных делах. Считалось, что сегодня нужно обязательно заговорить воду на здравие, чтобы потом пить. Этой же водой нужно было умываться по средам. Приметы. На Василия Парийского земля выпаривалась, и снега практически не было. Если шел дождь, то в первые дни мая будет дождливо. Если день теплый, то год будет урожайным. Снега сегодня нет, заморозков больше не будет. Холодное утро и солнечный день, лето будет засушливым и неурожайным. Вот это? Да все надо, везде. И вот это? И это, и то. Не, ну ты что это на поржаве? Это, наверное, уже пустой. Из-под ветра, чтобы на тебя не навалилось. Тут, наверное, надо несколько раз. Смотри, на тебя не все. Да, это отсюда. Это, наверное, несколько раз. Это так, что там не пойдет. Все. Все. Это лучше. Найдите с этой стороны, от самого угла.
наша Лима. Ну, это ж тут какая-то. Это толстый райди. Вот это толстый. Что еще? Надо вот эти пройти, вот эти четыре. Теперь вот сойка. А вот это внизу красить, которая к земле соприкасается. Ну что, так более-менее. Вот такой я на сегодня.
сегодня.